Всем доброго дня! Сегодня готовлю шоколадно-свекольный торт. Получается вкусный, готовится просто. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Для приготовления теста мне понадобится сахар, сливочное масло, мука, какао-порошок, кондитерская мука, мякоть и сок одного апельсина, натертая на мелкой терке отварная свекла, средние измельченные орехи, куриные яйца, ванильный сахар, щепотка соли и разрыхлитель теста. Для помадки я буду использовать сахар, сливочное масло, какао-порошок и сливки. В чашу выкладываю сливочное масло комнатной температуры. Добавляю сахар. И аккуратно перемешиваю. Теперь добавляю 2 куриных яйца. Еще раз перемешиваю. К полученной массе добавляю кондитерскую муку. Разрыхлитель теста, ванильный сахар и щепотку соли. Сверху добавляю муку и какао-порошок. Все хорошенько перемешиваю лопаткой. В завершение добавляю измельченный на мелкой терке свеклу. И сок с мякотью одного апельсина. Все хорошенечко еще раз перемешиваю в однородную массу. Вот такое получается у нас тесто. Оно слегка жидковато, это нормально. Готовое тесто перекладываю в форму, застеленную пергаментной бумагой. Массу разравниваю и ставлю в заранее разогретую духовку до 180 градусов для запекания. Тем временем, пока выпекается корж, приготовим помадку. В ковшик я выкладываю сливочное масло, добавляю сахар и какао-порошок. Ставлю на огонь и довожу смесь до однородного состояния. Когда масло, сахар и какао растопились и приняли вот такую форму, вливаю сливки и, постоянно помешивая, довожу массу до однородного состояния. Помадку перелила в отдельную емкость. Буду ее охлаждать. Корж выпекался 30 минут, готовность проверяем зубочисткой. Даем ему немного остыть и будем вынимать из формы. Остывший корж разрезала на две равные части. Покрываю поверхность помадкой. Равномерно ее распределяю по всей поверхности. Присыпаю измельченными орехами. Сверху накрываю второй половинкой коржа. Верхний слой также покрываю шоколадной помадкой. Лопаткой делаю легкие закругления к середине и сверху посыпаю мелкую шоколадную стружку из молочного шоколада. Шоколадно-свекольный торт готов. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, смотрите мои другие видео, приготовьте этот вкусный торт. С вами была Марина. И приятного всем чаепития. Я вас жду снова у себя в гостях. До новых встреч!